В Вологде продолжаются каникулы дошколят. В 6 детсадах отдыхают выпускники до 1 учебного сентября. Как кормят и чем развлекают маленьких вологжан, проинспектировали активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Сегодня мы проверили 2 детских садика. Проверка в основном идет на предмет безопасности. Это пожарная безопасность, это охрана. Также мы проверяем наличие пищеблоков, санитарные нормы, соблюдение всех санитарных норм. Каких-либо замечаний здесь мы не выявили. В детском саду 45 занимаются 30 маленьких вологжан, в 25-м 20 детей. Напомним, всего в этом сезоне в летние дошкольные лагеря Вологды ходят 150 человек. Работу еще 4 детских садов, где организованы летние смены, проверили городские власти. Мария Кудрякова, Вологда РФ.